Приветики! Ага, чё это у нас? Я! Вторая глава Дельта Руна! Мальчик сбрендил, помните, да? Мальчик сбрендил. В разнос пошел. Дельта Руна. Глава 2. А ржет же этот, да? Этот же, как его? Чё, начать главу с файла 1 первой главы? А, ну, наверное, да. Будет начать... Ага, да, давай. Типа можно по-разному. Крис! Крис, солнышко! Ты не спишь? Не сплюшь. Стоп! Это что? Нож? Нет! Че? Крис! Признавайся, кто весь пирог съел? А, не понял, почти. Что еще было? Он кого-то... Да? Того? Не понял я. Ну, типа он, походу, кого-то либо прирезал. Кто это говорил? Сейчас мы понимаем, что это корова, мамка его. А кто... Ну ладно, короче, разберемся. Это ведь твой нож лежит на тарелке, не так ли? А, он просто пошел и сожрал торт. Вот это рука-лицо. Ох, Крис. Мне что, опять духовку на замок запирать? Ублюдок ты малолетний. Ладно, вставай уже. В школу опаздываешь. Опачки. Наблатыканный Крис. Да? Вот этот вот. На... А ты куда? Туда даже запер свое сердце. Птичья клетка стоит и... Стоит ей захлопнуться, и выхода уже не будет. Что? Это аллегория на что-то? Это то, что они называют тобой. Ну, по виду ничем не изменился. Но был такой. Нормальный парень-то. Прям это, рубаха парень. Я прям поверил, что ты стал крутым. Настоящим парнем, я бы сказал. Мужчиной, не парнем уже. Че, формочка для выпекания пряничных монстриков и человечков? А кого бы съели вы? О, ну, пасы давай. Унитаз смыть? Конечно. Нет, мы же теперь этот... Лучше экономить воду, точно. Ну, хотя нет. Все-таки смыть, воняет. А? Вы... Это звук из Марио, да? Еще не время умывать руки в плане... А, ну типа, доказательство, то, что я съел ирисковый пирог. Ирисково-коричный пирог будет на моих руках. Что ж, поехали. Хотят. Они зашли в машину, видели? Даже ноги не подогнули. Молодцы какие. Крис, ты в порядке? Это не вопрос. Крис, ты в порядке? Да. Вот это был не вопрос. Это было утверждение. Крис, ты в порядке? Ничего себе. Я очень волновалась после того вчерашнего исчезновения. Я думаю, мы можем поговорить об этом после занятий. Я думаю, что нет. Эй, Крис! А где она? Где она? А, она сзади. Если б я знала, что ты опоздаешь, я б не мучилась сюда так рано. А не мчалась сюда так рано. Сьюзи, пожалуйста, не бей по парте. Отнесись в школе так, как ты относишься к другим ученикам. Что она несет, а так я отношусь, ну... Лады. В следующий раз вдарю посильнее. Я не это! И не то. В любом случае, доброе утро, класс! Привет! Кто ты там, я забыл? Альфис, нет, да, нет, да, нет, Альфис, да, Альфис ты. Нам столько еще надо сегодня сделать. Для начала продолжим наше чтение со страницы 142. Может, кто-нибудь желает начать? Я могла бы начать. Ах, Ноэль, не утруждай себя, детка. Я с честью и доблестью приму на себя это унижение. Не стоит, я могу.
Страница 142. Это были лучшие из времен. Это были худшие из времен. Хорошие времена, плохие времена. Посредственные времена. Обычные времена. Так себе времена. От его речи ваши глаза закрываются сами собой. Ага. Хорошего вам дня, ребят. И попрошу, не забудьте про ваши проекты. О, Крис, ты в порядке? Тебя опять склонило в сон на весь урок? Не беспокойся, я не осуждаю, просто беспокоюсь. Ага. Обычно ты спишь только в начале урока. Крис, куда вы вчера ходили со Сьюзи? Если ты не хочешь рассказывать мне это, нормально. Я просто очень волновалась за тебя. Если Сьюзи доставляет тебе проблемы, тогда... Что ж, я ничего не смогу сделать. Но я позабочусь о тебе, хорошо? Хорошо. О. Привет. Крис. Вся эта работа с партнером. У тебя же бессонница не из-за этого, да? Я сейчас завис, да? А чё, почти не помню, какая у меня бессонница? Да, наоборот, мой сон стал лучше. А, Крис, это же хорошо? Да? Может, тогда просто опять Азриэль болтал с тобой по сети до полуночи? А, погоди, а как ты... Я надеюсь, что интернет скоро починят. Я не хочу вновь одичать. А, вы типа вновь одичать. А чё ты уже... Или вы что, про андертальцев? Или похоже на мотивационные цитаты из книг? Не сдавайся, астральный волк. Даже самые темные времена. Видимо, это из видеоигры. А, угу. Это мы уже читали. О, Сюська. Привет, детка. Погляди-ка, кто же это? Наш школьный зомбарь? Снова как труп спишь весь урок. Да. В чем дело? Не получилось дойти до кроватоньки. Кроватоньки. Хорошо. У тебя тоже Крис. А, у меня тоже Крис. У тебя-то... Чё? Как будто я могу спать после вчерашнего. А, типа, все понял. Она это думает все об этом и не может как бы разобраться в своей голове. Да? Она про это? Вот. Ждала этого дня будто целую вечность. А, типа, встречи с ним. Чтобы обсудить все. Не знаю, что... Типа, это все реально произошло? Лантер, Раузей, все они же... Смотри, ты же думаешь о том же, да? Да погнали уже! Куда? А, в кладовку? Мне кажется, что это будет просто хорошо, Крис. Вот он, момент истины. Все, чего мы ждали, находится за ней. Если мы откроем дверь и там ничего не будет, будем ли мы дружбанами? Да пошло оно, давай уже просто откроем ее. Сьюзи? Да. Оленька, Ноэль, Оленька, привет. Эй, какого черта ты здесь делаешь, Оленька? Прости, что потревожил вас, но я и Бёрдли шли в библиотеку, чтобы позаниматься нашим школьным проектами. И если ты не против, не хочешь ли тоже пойти с нами? Я? О, Крис, ты тоже можешь пойти, конечно. Мы типа заняты своими... Крис, вручай, что мне ей сказать-то? Веселимся в подсобке. Ну типа мы просто тусуемся в кладовке. Веселимся в подсобке звучало бы лучше, чем тусуемся в кладовке. Просто два приятеля тусуемся в кладовке, как нормальные приятели.
Трогай мёртвый и всё такое. Чьи он там метёлку трогает, бля? Это звучит просто... Веселитесь там, вы двое, будьте... Я буду в библиотеке, ну давай. Крис, если ты сможешь привести её туда, это будет много для меня значить. Подожди, Крис, что это было за чертовщина? Почему вдруг Нель предложила мне заняться домашкой с ней? Современный мир, пойми это. Помереть захотелось? Она что ли провалиться хочет? Куда? В тебя? Секундочку. Крис, смотри, почему она так нервничала? И типа покраснела, все такое. Крис, ты же не думаешь, что она... что она знает всю правду о нас? Да не, она в тебя втюрилась просто. Ну типа, это темный мир, все такое. Черт, Крис, мы должны сохранить это в секрете. Типа, это же наше дело. Короче, хватит уже ждать. Правильно? Да ладно, нормально ждали что-то. Погнали! Да. Я думаю, там будет просто кладовка. А, нет, смотри, точно. Супер-пупер герои. Хера сеш. А, не даже, да, вот это... Вот это да. Так, это... А, тут же все было тогда закрыто, точно. Вот мы и здесь. Пушистый мальчик. Крис, Юзи, я вас так долго ждал. Ну ты, конечно, больше на девочку похож. Ага, сколько прошло день? Ой, и вправду мало, да? Просто у меня же раньше не было друзей. Это да. И я не знал, какого это так долго ждать. Отлично. Мы постараемся не дать тебе помереть от одиночества. Ставлю на то, что Лансер будет рад нам так же, как и ты. Где он? Секундочку. А где Лансер? И где вообще все? Сьюзи, не беспокойся, ты увидишь их с минуты на минуту. Просто немного подожди, хорошо? Хорошо. Лучше бы этому не быть каким-то розыгрышем. Ну, хорошо поставленная фраза. Крис, я хочу тебе попросить кое о чем. Шепотом. Тебе нужно снова вернуться в светлый мир и зайти в старый кабинет справа от двери кладовой. Как зайдешь, собери с пола все, что найдешь. И принеси сюда. Справишься? Хорошо. А как мне вернуться обратно? А, тут есть проход. Справа. Тут. А! Вы собрали с пола весь мусор. И превратили его в огромный мусорный шарик. Капку, я бы сказал, конечно. Эй, Крис, а где... Все... Угадайте, кто вернулся? Клоуны! Пекарня Кель, веселая Додзи. А, это они теперь визеты продают, да? Все? Да, да. А там жабки вот эти. Не жабки они, как бы, они эти червы. Угадайте, кто вернулся? Клоуны. Ну да, да, да. Лансер! Братишка! Ха-ха-ха! Эй, Крис, фиг его знает, что там тебе удалось, но черт побери, да! Все здесь! Эй, подожди, а мы разве не набили пару из этих морд? Ну, пару раз набили. Не захотят ли они отомстить нам сейчас? Не волнуйся, Сьюзи. Все нормик. Папаня попался в хомячью клетку, что делает меня принцем-королем. И с силами моего бати от своего имени я дарую вам прощение.
Круть, что ж, кажется, мне здесь бить некого пока что. Агась, и теперь всем остается наслаждаться новым домом. Огонь, новый дом? Тогда где твой старый дом? Все пропало? Пропало? Да, когда вы запечатали фонтан, тот темный мир исчез. И стал обычным классной комнатой. А, и стал обычной классной комнатой. А где тогда теперь будет жить Лансер? Не беспокойся, Сьюзи. Мы захватим замок Ралзея. Крис, чем больше жителей других темных миров ты приводишь сюда, тем больше сил нашего фонтана. Будет менять этот городок. Отныне враги, которых мы щадим, будут поселены в нашем городке. Так что продолжай щадить врагов, хорошо? О, впрочем, давайте пройдемся по этому замечательному месту. Мы также можем пойти на север в сторону замка. Там вас уже ожидает особый сюрприз от меня. Ха-ха-ха, ты не сюрпризнешь меня. Боже, да я тебя посюрпризю. Ты не сюрпризнешь меня, если я сюрпризну себя первым. Кто последний, тот и вареное яйцо. Ну, почти, да. Погнали, Крис, ты же не думаешь им у нас... А ты же не дашь ему нас обогнать? Да не дам, наверное. Так, ну я веселая додзю зайду. Уф. Уф, чего? Чего? О, мастер сражений, задавайте свои вопросы. А! Давай, нора. Нужную сумму смогли мы собрать. Теперь я могу о норе рассказать. Она темна и наполнена кучей темных ирисок, полученных с помощью кучи подписок. Работа без спонсора очень трудна. В кармане лежит лишь банкнота одна. Спасибо за пожертвование. Ничего себе, а что такое? Кровать на троих или на одного трехголового существа? А, ага, твоя кровать. Ты что, скажешь? Эй, босс! Я так рад иметь хорошего босса, что готов заплакать от радости. Но я не буду, я на работе. Я буду плакать дома с детьми. Босс, вы сильны, научитесь... Чё, ну учиться можно бесконечно. Следующий шаг после обучения – тренировка. Итак, мы с парнями основали додзё для вас. Пройдите наши испытания и получите несколько крутых призов. О, да еще и крепче станете. Мы сделаем вас сильнейшим боссом. Давай. Пазл Джо. Сбережение Джо. Миллиметраж 1100 баксов и реванш Крести. А, ну давай пазл Джо попробуем. Начать давай. Босс. Да. Вы можете действовать и щадить в одном ходу. Если вы знаете, что действие 100% сработает, щадите врага в тот же ход с помощью Сьюзи или Раузе. Так это я знаю, это я научился. Действие. Пощада. 0. А, тут у тебя такая еще штучка появилась. Побрить. Защита. Защита, давай, побреем тебя. Вы сбрили щетину пазла Джо. Опа. Щетина, ха-ха-ха-ха. Я понял, ага. Ах, моя одночасовая щетина. Действие, все, я понял. Побрить. Пощадить. Защищаться, давай. Ага, о, босс, вы щадите меня? Постойте, есть еще кое-что, о чем я должен рассказать. Босс, этот метод работает также и с уставшими врагами. Если действие утомит врага, используйте усмирение Ралзея. А. Сказка на ночь. Понял. Усмирение.
Сьюзи рассказывает Гус сказку о том, как он будет избит. Враг устал. Получилось, босс. Если вы будете щадить врагов таким способом, сражения будут проходить куда быстрее. Да, это мы уже знаем. Мы это уже научились еще в прошлой игре. Потрясающая битва. Как я и обещал, вот твоя награда. Вы получили сбережение Джо. Все, что парень смог сберечь. Один бакс. Хотя мы тенге же они ради прошлый раз были. Но прошлого мира-то больше нет. Так, ты что скажешь вообще? Наконец-то додзи стал существовать нормальный... наконец-то додзи для существ нормальной формы. А, ты нормальной формы. Я буду готовиться к турниру. А ты кто такой вообще? Тебе... А, ты подожди, ты же это, бубна. Только ты какая-то такая... Неизвестная мне бубна. Похоже, на наших картах не было предупреждений о сражениях. К счастью для тебя, надеюсь, ты не встретишь моих друзей. Почему? Хочу. Ого, наш дом Дадзё? Обуждает меня сражаться. А, побуждает. Обуждает лучше. Может, пойдем поспим? Может быть, пойдем и поспим. Эй, босс, чем могу помочь? Испытание. Получено. Давай, миллиметраж. Да. О, уклоняйся. Ай. Двигайся по чуть-чуть. А я типа не прошел, мне вообще нельзя, да? Ага, ага, мне нужно накопить, я понял, эту. Ага. Давай, уклоняюсь. Да, блин, да я понял, не надо мне здесь раз говорить, по чуть-чуть. Надо просто в другую сторону двигаться. Да, испытание. Миллиметраж, а надо копить просто, я вот не понял. Вот то, что я делал, как бы... Да, блин! Может, не надо копить? Давай по чуть-чуть поймем, может, ну, как бы спросим его. Миллиметраж, но когда в тебя летит снаряды, попробуй двигаться не спеша. Они летят ровно туда, только чтобы... Ага, где, уже знав про это, теперь ты можешь... Не, ну я просто... Мне просто интересно, а нужно набирать ПН? То есть она закончится, когда я 100 ПН наберу? Или она через какое-то время кончается? Вот этот момент мне интересен. Да блин! А как не спеша? Есть какая-то кнопка двигаться не спеша? Не спеша, опять же. У меня нет такой кнопки не спеша двигаться. Попробую, короче, просто не попадаться и все. А чё получу, то получу. Походу, это чисто на время. Да, уклоняйся, сказали. Да, мне походу надо сотку набрать. Ой, я чуть-чуть не всрал. Ага. Да, сотку надо набрать. Я так и понял. Потрясающая битва. Да. Лучше. Как я обещал, вот твоя награда. Вы получили 100 баксов. Ничего себе. Просто 100 баксов. Эй, босс, чем могу помочь? Спыташки давай. Тут еще будет потом испытаешь, да, кого-то? Иди в ваш крести. Давай.
Уу. Действие. Крестя. Что за тема? Давай тему посмотрим, да, что он сделает. А вы пока защищайтесь. Непонятно. Время 3. Которая нравится Крести. Где? А! Все, понял. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да не, 3 секунд хватит. Ага. Вы защищайтесь пока. Вы тоже. Который нравится Крести. Пушистые пушки. Пушки! Нет, спасибо, неправильно. Это так. Ага, пушки не нравятся ей, понял. Ой-ой-ой. Действие, Крестя, тема. Танцы, беда, водолазка. Не, так почему не нравятся-то водолазки тебе? Мне нравятся водолазки. Водолазки это круто. Да, во. Действие. Давай, тема. Ты, короче, магия. А, нихера не можешь, а защищайся. Ты, короче, магия и исцеление. Исцеление себя. Клоун, день рождения. Во! Верно! 35%. Во! Да как так-то? Да неправда, я не попадал. Так, действие. Крестя, тема. И, короче, опять же копишь нам, а ты хилишь исцеление, опять же себя. Ну ты, да, самое тут это, не буду это слово говорить, но не очень силен. Вот так вот это назовем. Поехали. Мальчики, он любит мальчиков обсуждать. То любит обсуждать мальчиков. Ага. Да, хорошая додзе сегодня. Да вообще отличная додзе. Воу, полегче. Да я с клоуном сражался. Что ты вообще можешь? Ну, что-то может. Действие, тема, да. Угу. Ты по-прежнему нам копишь, а ты по-прежнему хилишь нас. О, Криса хильник, конечно. Кости, нет. Да почему тебе Кости не нравится? Всем нравится Кости, а тебе не нравится. Ну, ты вообще какой-то неправильный. Я просто не помню. Я помню день рождения и мальчики. А что третье, я не помню. Вот если честно. Да как? Идеально же было все. Тема. Ты да, копишь нам, короче. А ты магией лечишь Сьюзи. Кровать. Да, кровати любит. Вообще обожает. Точно помню. Ага. Но... Ты ничего не знаешь, идиот, как хорошо ты нас знаешь. Извини за это. Вау. Пощада, конечно, да. А ты тоже пощади. Да, и ты щади, все щадите. Ей. Потрясающая битва. Как я обещал, вот твоя награда. Что ты, вы получили... Тревдвич. Тревдвич. Это, короче, он всех хилит, да? Вот это я помню, кажется. Так, напомни мне. Вот тут он. Нет, он вот тут вот. Ой, у меня тут... Приправлиус? А, я... Да, да, я купил тогда на босса, а я вообще ничего на него не истратил. Тревдвич. А, нет. На троих восстанавливает 70... Можно разделить на троих. Все, понял. Угу. Че, спасибо, парни. Я прям победил, да? О, тут смотрите, дальше город есть. А вы кто? Этот парень всерьез продолжает подлизываться к нам, несмотря на то, как он нас ранил. Мог хотя бы подождать до сегодняшнего дня. Так он подождал. Спасибо вам, командир. Теперь мы свободны. Официально объявляю сегодняшний день днем независимых мясных сэндвичей. Хороший день. Ой, Твинди. Вот с ней поговорю. Кажется, сердцу и нравится это место. Вы чувствуете ауру прощения. Так я ее простил. Мама, Миба, добро пожаловать в пекарню. Круть. Наш повар показывает всю крутизну своих навыков в нашей выпечке. Ух, привет. Ах, ваш милый Сьюзи
соизволила усъелить всех нас и в свои всей град у замка. Как сложно, сей град воистину есть великолепен. Одначе, это твое имя, наверное, чего-то явно не хватает. Быть может, стоит вам дитяти превознести на трон злогнусного правителя? Ну вот. О, здорово, здоровки. Хо-хо-хо, я шеф Лансер. Попробуйте мои восхитительные печеньки ручной работы. Они бесплатны за небольшую цену. И сколько они стоят? Нисколько. Взять печеньку. Че, нарекаю вас печенькой и муженой. Предмет лансерчения добавлен вещи. Вещи, не... Или вещи, а не в броню, да. Так-так, добро пожаловать в пекарню Круть. Ты вообще-то кузнец. Мама Миба. Я ее кузнец, Малиус. Я не знаю, для чего предназначены все эти странные инструменты, но мои навыки позволяют мне объединить предметы для создания новых. Объединить предметы? А, янтарная карта? Сбер-карта. Две янтарных карты нужны, короче. А, я помню, ДТ-бургер, два темных бургера. Потом ключ-бант, светлый браслет и кандалы. Двойная лента, розовая лента и белая лента. А я-то выкинул многое, да? Крови меч, ну понятно. Банта, ну короче, окей, мы поняли, да. А ты не продаешь ничего уже, да? Ты продавал уже что-то? Это что такое, лавка? Ага, лавка. Приветствую, странники. Так, что у тебя подается? Жуткий меч, янтар-карта. Если мы еще одну купим, мы сможем объединить и посмотреть, что будет, да? Благодарю. 46 мест у меня. Просто так, для интереса. Еще увидимся или нет? Ха-ха-ха. Это, нет, в кафе потом. Да, ну ты иди, ты куда-нибудь, куда шел. Ну-ка. Так-так, добро пожаловать. Да, мы знаем это. Да знаем мы. Мы только что вообще... Да ты, голова ты ватрушки, блин. Вот. Во, Сбер-карта. Сбер-карта. У меня есть такая. Уха, почувствуешь мою технику. Сбер-карта теперь в вашем кармане. А что делает? Кармане. Снаряжение, да. А тут, кстати, тоже две янтарн-карты есть. Надо их просто снять. Плюс 5 денег? А как снять? А нельзя, что ли? Есть кнопка, может, какая-то снять? Не, нельзя. Да ладно, короче. Интересно. А у тебя канбел. О, так у них все это есть. Алый шарф, кинжарф. Типа это. Давай, ну-ка, объединить предметы. У меня есть еще одна янтар-карта. Ну, не знаю, как. Том бургер у нас нету, короче. Мы их в прошлый раз съели на клоне. Двойная лента. Розовая лента есть и белая лента. Должны обе быть. И кандалы есть, и свет-браслет есть. Да? Белая лента есть и кандалы есть, да. Потом, ага, этот, а это, ну, алый шарф, а там какие шарфы? А ленты там. А я одну из лент выкинул просто, я точно помню. А ну давайте янтар-карту ему вставим, да? Нет, кандалы. А что сейчас с кандалами? Что там? Напомни мне. Давай. А, о, хоть быстро начал. Свет-браслет, а такого не помню. Галстук, но этого всего нету. Свет-браслет, ну-ка еще раз. А как должен же быть свет-браслет? Не, нету свет-браслет, да? Нету, да. Ну ладно тогда.
Поперли. Так, вот сюда, в кафе сходим. Здорово! Мама Миба, я хотел открыть здесь пекарню, но кто-то уже занял мое место. Кофе, в котором продают выпечку, кафе. Варварство! Как еще будет униженное кулинарное искусство? Приз. Давай, хотим приз. Мама Мима, пока сия фиолетовая девочка с вами, а от меня вы не увидите никаких подарков. Мама Мия. Кого это волнует? Торт я могу получить и от Ралзея. Но когда же мои уникальные навыки? Люб, не судите меня, если сегодняшняя выпечка будет немного пересолена. Ты плачешь, что ли? Музыку вам поставлю. Музыкальный автомат сломан. Похоже, работающий вы никогда не найдете. Да, жалко. Лимонада, пожалуйста. Эй, босс, я буду звездное парфе из темной конфеты. А, это типа, если у меня будет, сердце выглядит довольной. А. Но она не умеет здорово проводить время с сердцей, моей лучшей подругой. Рот за тебя прям, братишка. Рамбюшка. А у тебя что? Ага, ну все, понято. А он ничего не продавал, да, получается? Так, это что? Руководство, прочитай. Нет. Сейчас, возможно, бомбанула чья-то попа. Городок у замка изменился под влиянием силы дружбы. Вы наполнены силой архитектуры, основанной на дружбе. Ага. О, склад появился. А что на складе? А, могу просто посмотреть. Все понял. Все. Круто. А что за жители? Приглашен. Ну-ка, больше инфы. Не любит одиночество. Уровень атака. Труд. А, то есть мы можем больше узнать о них, да? Если будем с ними общаться там. Говорит, что он чей-то лучший друг, но возможно, что и нет. Продолжай сиять, ты безумный рубин. Че, блин? Бубин. А, сохраниться-то надо было. Да, мы знаем, что он изменился под это. Сохранить, да, но... Но... О, вешалка, а ты кто? А, ты же шарик, да, мячик. Немного страшно переезжать на новое место, но говорю как мяч. В моей сфере общения нет никого, кроме сфер. Ты, то есть, с нами общаться не будешь. Привет, вешалка, с шапкой. Принц Ралзей, я буду держать вашу шляпу, пока она вам не понадобится. Просто хочется показать свое домище, ха-ха. Нет, то, что я хочу показать вам, находится сверху. Оу. Так, это вверх, это вниз. И такая... Комната для негодяев. А-а-а. Это типа лансера. Ох, я чуть не забыл, здесь я готовлю. Ты готовишь в огромном ведьмином котле? Конечно, это очень удобно. Вот, Крис, Сьюзи, держите торт. Глазурь немного густовата. Им надо было поделиться. Эй, я не виновата, что он в меня летел. Понятненько. Это жилье, жилые помещения. Айша, ну туда черва. Дверь заперта. Ну давайте вниз повесим. Нам надо наверх, значит мы сходим вниз. А, здорово. Оно яростно защищает тюрьму. Привет, короли. По какой-то причине мы все еще за решеткой, но все в порядке. Мы полюбили это адское место, где мы одеты как животные. Мы решили одеться как короли. Культурный обмен. Воу. Привет. Ах, светлые. Пришли посмеяться надо мной. Нет, ты чё? Мистер Король, светлые благополучно вернули всех сюда. Если вы готовы передумать, то... Что? Жить в королевстве, где правите вы? Быть козлом отпущения? Пребывание в этой камере куда менее унизительно. А сейчас прошу меня извинить.
Мое гигантское колесо хомяка остывает. Так ты хомяк. Все понял. Реально. Кстати, мой сын, он счастлив? Будто тебе не плевать. Ты хотел сбросить его со скалы. Ах, из-за ваших предубеждений вы поняли мои слова всерьез. Ведь даже если бы я его сбросил, он бы просто отскочил. Мой сын, он маленькая прыгучая тыковка. О, мило, разговор окончен. Маленькая прыгучая тыковка, значит, да, твой сын? Ты давай охраняй это все дело. Мы тебе доверяем. Чего? У меня есть сюрприз для вас двоих. Я сделал вам комнаты в замке. Комнаты? Чтобы вы могли оставаться здесь, когда захотите. Я буду рад, если это место станет вторым домом для вас. Местом, куда вы сможете приходить, вне зависимости от происходящего снаружи. Ага, ну мы осмотримся. Так, это крутой. А туда пока нельзя, понятненько. Это моя комната, по всей видимости. Да, она прям моя, смотрите, да? Просто кусок моей комнаты отрезали. Ваша постель. Она невероятно мягкая, как будто спишь на облачке. Подставка для вашего руководства. Ты можешь оставить его здесь, если потом захочешь прочитать. Да неужели? А как? Шкаф полный всякой разной одежды. Вы можете носить все, что захотите. Ну, я хочу другую одежду, да? Полка. Сюда можно поставить всевозможные безделушки. Ну, типа, что-то тут будет происходить, я понял. Угу. Ну, понятно, чья это комната. Сьюзи, это твоя комната. Я попытался сделать ее такой, чтобы тебе понравилось, но... Ты можешь разместить здесь что-нибудь еще, если хочешь. Надеюсь, что-то тебе понравится. А, ну типа так же походило. Моя собственная комната? Эх. Это круто, да? Моя собственная комната. Да, неплохо. Сколько времени ты потратил на это? Ну, с вашего ухода я... Чувак, да ты просто безумец, а? Кажется, ей нравится, Крис. А завидуешь моей крутой комнате, а, Крис? Ну, допустим. Ну, тут понятно, кто. Ну, она ничем не поменялась. Лансер, ты не поверишь, насколько моя комната отпадна. Отпадно, прям как ты. Вау, хочу посмотреть на нее. Буду копать ямы, пока не доберусь до нее. У нее есть дверь, знаешь ли. Дверь, вау. Персичек, ты выложила на все. Персичек, ты выложился на все 100. Персичек. Персичек, это он к ней? Что? Ладно, персичек пусть будет. Эй, Розей, а что там? Ох, просто большая комната, которая пока на ремонте. А твоя комната тоже там? Да, я по-прежнему еще не прибрался там. А, ага, как будто мы хотим увидеть твою коллекцию ботанских очков. Хотим. Она типа там, да? И что дальше делать-то? Итак, что нам теперь делать? Не стесняйтесь исследовать город, пока не будете готовы уйти. А, будто мы собираемся уйти прямо сейчас. А, Крис? Ну, давайте будем исследовать город. Так, ну тут мы все исследовали. Давайте сохранимся. И закончим на этом. В следующий раз, наверное, что-то уже будет поинтереснее. Ну, как бы... Ну, типа, замес, там, вот эта история. Мне интересно знать, почему Крис такой стал интересный персонаж. До этого он просто был персонаж, а теперь же он интересный персонаж. Теперь-то у него есть ножик и вот это выражение лица. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи!